Мэр Амбийска готов стать дедушкой, который прославился на всю страну своим откровенным мнением о елочке Наукограда. Доедающий без соли признался, что готов работать на ответственном посту всего за 50 тысяч рублей. Об этом амбийский пенсионер рассказал в эфире радио «Говорит Москва». По его словам, он мужчина порядочный, работящий и башковитый. Прошел путь от рабочего завода до директора, имеет 2 высших образования. Но последние 3 года не может устроиться на постоянную работу. Говорит, готов пойти на любую должность, в том числе и руководить городом за умеренную плату. Напомним, ролик с дедушкой, который емко выразил свое отношение насчет новогодней елочки, быстро набрал популярность в сети. На фоне украшения города к празднику пенсионер в 3 словах объяснил свое бедственное положение, в частности то, что ему нечего есть. Его позицию поддержали многие жители страны.